Коллеги, вновь в эфире Prodexpo 2021. И рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь. Какую компанию представляете? Меня зовут Александр, фамилия Моисеев. Я являюсь директором по развитию в компании СИП-прибор, торговая марка «Байкальская легенда». Наша компания находится в городе Иркутске и выпускает продукцию для здоровья, то есть из природного сырья. Это биочага, биодигидрокверцетин. То есть биочага – это сублимированный экстракт из вытяжки березового гриба чага, а дигидрокверцетин – это вытяжка из лиственницы, даурской лиственницы. Все сырье произрастает в регионе, то есть это при Байкале, и чага байкальская, да, то есть и дигидрокверцетин – это вытяжка из лиственницы, которая растет тоже в данном регионе. А производство непосредственно находится в Иркутской области. То есть все оно экологично, безопасно для человека. То есть вот выпускаем два продукта. Свойства этих продуктов, вернее назначение, да, то есть биочага – это продукт, который нужен, в принципе, каждому жителю мегаполиса. То есть биочага выводит токсины, шлаки из организма, тяжелые металлы, радиацию. Также благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, работу желудочно-кишечного тракта, борется с вирусами, снижает сахар в крови и препятствует образованию опухоли в организме. То есть очень хорошо на печень действует, то есть как бы печень разгружает. Вот это если вкратце о биочаге. Да? В чем преимущество, допустим, перед, скажем, обычной чагой, которая растет на березе, все, наверное, большинство знают этот гриб. У нас производство в экстракте, экстракт растворим в обычной воде комнатной температуры. То есть берете ложечку экстракта, растворяете в воде буквально за считанные секунды. То есть технология позволяет принимать продукт буквально уже через 3 секунды после растворения. То есть очень удобно. Также сберегающая технология производства, то есть нет высоких температур, нет никакой химии. Также нет добавок для хранения, то есть биочага, она сама достаточно хорошо хранится, сроком до 2 лет. Вот. Хранится в порошке. Мы не капсулируем, не таблетируем данную продукцию. Вот. Это вот о биочаге. Дигидрокверцетин – это вытяжка из лиственницы. Дигидрокверцетин – это природный антиоксидант мощнейший, то есть препятствует образованию свободных радикалов, бережет организм на клеточном уровне, то есть не дает образовываться свободным радикалом, тем самым как бы поддерживает организм, молодость организма. Да? Это одно из свойств дигидрокверцетина. Также это сосудистый препарат, является капилляропротектором, то есть всем для людям пожилым, пожилого возраста, да, то есть энергию несет, то есть дает энергию. Это хорошо для работоспособности, улучшения общего состояния организма. Также в период вот, различных инфекций он иммуномодулятором является, очень хорошо поднимает иммунитет. Ну вот это вот дигидрокверцетин, да. Также мы производим линейку чаев, чагового чая, то есть с различными добавками, то есть тоже, которые, ну, это уже традиционная чага, то есть можно заваривать, пить, получать удовольствие как от вкуса, так и от пользы для организма. То есть, ну, вот вкратце, если о нашей компании, о нашей продукции, то есть, которую вы можете. Мы работаем, которую можно приобрести, в принципе, в аптеках, магазины здорового питания, также на маркетплейсах, это всем известная. Маркетплейсы Валберес, Озон, Фитомаркет, вот это Валара есть такой маркетплейс. На Алиэкспресс мы тоже вот сейчас зарегистрировали, завели продукцию свою. Вот, работаем с магазинами здорового питания, с аптеками, клиниками. Ну, конечно, большое желание быть в сетях, как бы, допустим, с нашей продукцией. Цель посещения данной выставки и участия в ней – это, конечно, найти контакты B2B в сетях, то есть таких известных. Вот. В общем-то, ждем заявок, мы готовы поставлять, то есть оздоравливать нацию. Вот. Как бы вкратце, нашей компании, наверное, так вот.
Спасибо большое. Вопрос такой. Нужно пить, например, вот эти ваш продукт курсами или можно пить на постоянной основе, повышая свой иммунитет? Для профилактики продукция принимается курсами. То есть, допустим, биочага принимается курсом месяц, чайная ложка 2 раза в день. Растворяем чайную ложку на стакан воды и выпиваем. То есть 2 раза в день как бы принимается вот этот экстракт. Дигидрокверцетин принимается 1 раз в день. Мерная ложечка идет в каждой упаковке. Она рассчитана на суточную дозу. То есть это профилактические нормы. Но если, допустим, есть какие-то проблемы с организмом, да, там перенесение каких-то операций, заболевания, не знаю, там вирусная инфекция, то тут можно дозу увеличивать, но это уже по рекомендации с врачами, по дополнительным консультациям, да, врачей. То есть дозу можно увеличивать и принимать уже, ну, практически можно как на постоянной основе. Также это зависит от возраста приема, да, то есть люди пожилого возраста, перенесшие какие-то заболевания, то есть, допустим, там инсульты, инфаркты, они могут реабилитироваться, употребляя продукцию, но уже, скажем, с увеличенной дозой и с большей периодичностью приема. То есть, ну, вот. Спасибо большое. Я понял, что вы уже широко представлены для конечного потребителя, вас уже на многих площадках можно найти. И я надеюсь, что наша выставка поможет вам тоже найти партнеров в ритейле, и мы все в больших магазинах и торговых точках сможем найти вашу продукцию. Спасибо большое за наше здоровье и за такой замечательный продукт. Спасибо большое. Спасибо и вам большое. Мы тоже надеемся на дополнительные контакты, как бы, чтобы быть представленными еще больше на рынке.